Доброго времени суток, говорит и показывает Влад. С вами снова Айзек. Rebirth. Посмотрим, что у нас сегодня за Daily Run. Попробую его записать. Азазель, скорее всего, быстрый ран. Посмотрим, что там за предметы. Ориентировочно хочется успеть на все быстрые ивенты. Такие как Boss Rush. Такие как Хаш в Блювомбе. Из предметов нет ничего. Но есть, собственно, Азазель. Азазель — это всегда хорошо. Первый предмет. Странный ребенок, который добавлен в дополнение. Посмотрим, что он делает. Тринкет, который я сейчас подобрал. Рука, которая при условии наличия у меня половинки сердца спавнит рядом со мной одно черное. Может оказаться полезно ситуативно, может оказаться не полезно. Little Horn. Интересный босс, меня он, честно говоря, радует. Добавлен, собственно, в этом дополнении. Интересная механика. Интересная способность дамажить себя. Все интересно у него. Второй уровень, снова Basement. Это хорошо, значит будет меньше пауков. Большая комната. Большая комната — это всегда хорошо. В ней можно получить урон. Вот так, например. И зачистить ее сразу. Камень. Еще больше урона. Магазин пока не светит. Да, чтоб тебе. Откуда там был взрыв? А, из бомбы. Из бомбы, которая была в камне. Эта руна очень настойчиво хочет оказаться у меня в руках. Пожалуй, стой на пол. Зачем? Зачем? Понятно. Это мой день. Какой мне босс раш. Я от кокошат умудряюсь получить урон. Перевязанный ребенок блокирует выстрелы. Да я сам от него нахватаю. Серпы. Серпы — это хорошие вещи. Серпы — это дополнительный урон. Едем дальше. Проклятие слепого. Пожалуй, есть смысл сразу идти к боссу. Сразу идти к боссу и заканчивать этот уровень без сделки с дьяволом и к этому боссу. Хотя бы потому, что задача рана немного другая. Не взрывается. О! Вечно я не замечаю маленьких. Синее сердце. Полезно. Пауки не полезны. Это тоже не полезно. Будет забавно, если этот ран у меня не получится, я где-нибудь закончусь в пещерах. Пока все к этому идет, потому что я по обыкновению получаю кучу урона на ровном месте. На совершенно неопасных врагах. Сам себе его привожу. Потом героически выбираюсь из сложившейся ситуации.
Активного предмета у меня пока что нет. Так, это было плохо. Тоже было нехорошо. Так, что? Этот чемпион потом не взрывается второй раз? После того, как появляется. Из кучки непонятного содержимого. Надеюсь, мне ничего не будет. Надеялся, что это библиотека. Пистилинс. Пистилинс даст мне. Надеюсь, куб мяса. Потому что он на порядок полезнее, чем шар пластырь. Да, годится. Спасибо. Так. Как это работает с Азазелем? Очевидно, никак. Предмет из экспаншена позволяет навести прицел на любую точку в комнате. И туда, невзирая на текущий параметр дальности, будет стрелять персонаж. Видимо, работает только на слезы, что, в общем-то, логично, потому что с Бримстоуном это бы работало совершенно дисбалансно. Хотя баланс в Айзеке, кого я пытаюсь этим удивить, разве он тут был когда-то? Так, ладно. Вроде как я перестал хватать вам. Везде не попало. Карта. Джастис. Пойдет. Королева падали. Неприятный босс. Чарджится, оставляет кучу красного кала, который дамажит по всей карте. По всей карте оставляет, он по всей карте дамажит. Что-то мне подсказывает, что на ней-то я получу урон. Или нет. Тоже возможно. Дамаг и рейндж. Крампус? Нет, Лил Гримстон. Пожалуй, мне не нужен дисплетом к моему Гримстону. Тем более за три сердца, которые я, да, не мог взять на тот момент. Отдай вернее. Так. Руки. Руки, все. Бомба, это хорошо. Голова очень бесполезна. Так. Без карты. А тут уже не без карты. Надо запомнить, что слева от старта я уже беру. А, маски с сердцами. Не очень полезная рума, зато довольно полезная книга. В всяком случае, может пригодиться. Маленькие комнаты — это худшее, что теперь есть в игре. Особенно, когда у них спавнятся большие или очень подвижные враги. Особенно боссы. Ах, как так не хватило урона. Сердце. Пойдет. Казалось, я должен был получать урон от этого паука, но игра решила по-другому. Император. Пригодится. Пригодится в будущем.
На всякий случай. Помня мою любовь. Курон на ровном месте. И босс. Босс это прокачанный вариант Дингла. Ну, почему бы и нет. Чтобы это было быстрее. ХП ап. Так, ап. Некрополис 2. По-моему, я с лихвой успеваю на босс раш. Можно и побродить по Некрополису. Да, сердце успокойся. Мир. Тимбай. Тем более можно побродить. Теперь мне интересен магазин. Пожалуй, закончу я это. Или не закончу я этот этаж. Телепортом из комнаты проклятия. Не знаю. Посмотрим. Вообще, я оттуда могу бесплатно на книги выйти. Да. Пожалуй, так и сделаю. Почему я всегда думаю, что это те враги, которых надо убивать? Угу. Приятно. Тоже хорошо. Нет. Красот Мейс. Пойду зайду за предметом раз. Имею столько времени. Сказал, зайду за предметом. Вот так лучше. Таблетки. Спидап. Лака. О, пойдет. Хорошие таблетки. Еще один сейфовый предмет может здорово пригодиться. На босс-раш, на хаш, если я до него добегу и успею. Скорее не добегу, чем не успею. Очередная неуязвимость. Телепорт. Пожалуй, телепорт. Простой босс. Тем более, что он не босс. Магазин прямо перед боссом, за одну комнату. Дох. И пройду его. Так. Призраки, конечно, очень жирные. Так. Нет, не сюда я хотел. И не этого я хотел. Бывает. Одна треть бета. Нет. Что это за баночка? А, да, помню, ее было еще дополнение. Позволяет сохранять красные сердца. Если бы их у меня было много, я бы, пожалуй, воспользовался. А нет.
Привет, босс Раш. Стоит ли от него отлынивать или нет? Технология 1. Еще один множитель урона. Еще дополнительный урон. Ну, давайте так. Заменяет. Нет, не заменяет мою атаку. Ладно. Да, и на босс Раше поменялись пары. Это мой первый босс Раш после дополнения. Так что, вполне вероятно, идея это не лучшая. Проходить все вместе с ним. Так, пин. Так, сердце. Да. Маска никогда не была приятным боссом. Ну, во всяком случае, я не умру в этой комнате. Определенно. Потрачу кучу хп. Потом подберу здесь. В свете такой ситуации лучше было бы брать стволовые клетки, чтобы иметь в запасе 3 сердца. Dark One теперь тут есть. Отверзли. Это хуже. Потому что его безумный бримстон никто не отменил. Особенно если учесть, что достает он в любой точке карты. Любит стоять в углу, так что не встать к нему в упор. Черт. Куча чемпионских версий боссов, которые я раньше не видел, это не всегда приятно. Лошадь. Гурглинги на босс раше. Тоже новинка. И само собой Литл Хорн тоже новинка. Розовые боссы, если не ошибаюсь, слегка просажены по здоровью. Так, эта волна мне совсем не нравится. Я даже книгу на ней заюзаю. И это, конечно, чемпион. Ну да. Пожалуй, я мог бы увернуться. От этого точно. То ли еще будет, когда появится Блоуд. Предмет теперь заряжается за волны. Это логично. Ой. А вот и блок. Сразу же на нем нахватал. Все, еще не все. Монстро 2. Отлично. Уже есть бримстон. Лучок. Не
не помню, с каким хп я заходил, потерял в районе 2 сердец в итоге. Могло быть хуже. Куча сейфовых предметов, это, конечно, приятно иногда. 18 минут. Вполне успеваю на хаш. Убью ли я хаш? Что-то мне подсказывает, что не так. Ой, да. Например, то, что я в такой ситуации могу получать урон. Да, умрите уже. На группке. Группки паразитов, что со мной не так, почему я их не видел. Секретные камни есть, нету? Да, нет, не знаю. Не знаю. Вроде нет. Хелс. Ну. Ну, по фану. Почему он решил не есть бомбу? Так, как так? Почему из меня сыпятся сердца бесконечно? Нет, да это уже не смешно, слишком много урона. А, куча быстрых врагов в маленькой комнате. Так, кто там у нас первый был? Посмотрим. Или нет. Готов. Черное сердце. Возможно, это проклятие хороший повод использовать карту. Еще не решил. Да, сколько можно. Вот так. Секретные камни. По-прежнему не вижу. Смотри. Что-то мне подсказывало, что он бьет по всем направлениям. Пойдет. О, да. Всегда полезно. Тут. А тоже годится. Хотя, не знаю, если бы я где-то мог потратить половину сердца.
как отличный скилл. Маски с сердцами. То, что меня больше всего пугает в этой комнате. Хотя, как показывает практика, я гораздо чаще могу нахватать чего-нибудь хорошего на простых врагах. Надо следить за временем. Времени 7 минут. Интересно, что это делает со мной? Темперанс. Да. Вот примерно так работает моя способность получать урон в элементарных вещах. Мне не помогает. А, черт, она бы мне позже сильно пригодилась. Если батарейка на уровне, по-моему, была. Скорее всего, я за ней вернусь. Глаза — это самое плохое, что есть в сердце, поэтому желательно их пораньше убить. Это мне не помешает получить урон. Так, а где Хаш? Я не понял. Я рвусь в бой. Ну да ладно. Раз уж ранее закончился, то закончился. Так себе, мягко говоря. Ну да ладно. Спасибо за просмотр. С вами был Влад.